Иосиф Сталин встречает челюскинцев на Красной площади. 1934 год. Капитан хоккейной команды нашей Юрий Гагарин, СПК. 1963 год. Иннокентий Смоктуновский. 1959 год. Кафе «Молочное». Инна Чурикова и Виктор Павлов. 1960 год. Клара Лучко на съемках «Голубого огонька». 1963 год. Леонид Гайдай и Сергей Филиппов на съемках фильма «12 стульев». 1971 год. Людмила Чурсина на МКФ. 1970 год. Михаил Таль дает сеанс одновременной игры шахматистам. Минск, 1960 год. Советская актриса Наталья Крачковская на субботнике. 1980 год. Никита Хрущев и Жаклин Кеннеди. Вена, 1962 год. Олег Табаков на съемках фильма «Война и мир». 1960 год. Последний штрих. На съемках фильма «Мертвые души». 1984 год. Прогулка карандаша Михаил Николаевич Румянцев. 1975 год. София Ротару и группа «Машина времени». Владимир Высоцкий с другом. Андрей Миронов с сотрудниками одного из кинотеатров города Копчагай. Андрей Миронов и Лариса Голубкина в компании Кирилла Ласкари, брата Миронова, и Владимира Высоцкого с Мариной Влади, 1976 год. Савелий Крамаров ремонтирует свой «Москвич», 1960-е. Советский композитор Александра Пахмутова в Заполярном оленеводческом совхозе. Актер Алексей Баталов на своей машине. 18 января 1964 года. Разговор по душам. Никита Михалков и Даниэль Альбрыхский. 1970 год. Советские авиаконструкторы Андрей Николаевич Туполев и Сергей Владимирович Ильюшин. 1966 год. Прекрасная Наталья Варлей в цирке. 1967 год. Людмила Гурченко, Муслим Магомаев, Палат Бюльбюль-Оглы. Богдан Ступка в спектакле «Сад божественных песен». Июнь 1990 год. Солист ленинградского мюзик-холла Филипп Киркоров. 21 апреля 1988 года. Журналист берет интервью у Валентина Гафта и писателя Чингиза Айтматова. 1986 год. Семейные вечерние посиделки Виталия Соломина и Василия Ливанова. Юрий Никулин вернулся с фронта.
Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов. Конец 1940-х. Никулин, Моргунов, Вицин, на записи пластинки «Происшествие в стране мультипульте», 1981 год. Юрий Никулин с подругой детства и соседкой по коммуналке Таней Холмогоровой, 1930-е. Евгений Моргунов болеет за «Спартак» 21 сентября 1963 года. Марина Ниёлова в гостях у Фаины Раневской, 1982 год. Элина Быстрицкая на домашнем застолье. Юрий и Виталий Соломины, Элина Быстрицкая, Иван Любезнов, Елена Цыплакова, Виктор Борцов, Нелли Корниенко, Роман Филиппов, 1982 год. Евгений Леонов и Николай Караченцев в составе футбольной команды «Авось» театра имени Ленинского комсомола, 1986 год. Олег Янковский в составе футбольной команды «Авось» театра им Ленинского комсомола, 1986 год. Надежда Румянцева на футбольном матче, 1958 год. Савелий Крамаров. Юрий Яковлев у себя дома, 25 марта 1961 года. Станислав Говорухин и Владислав Галкин на съемочной площадке. Татьяна Самойлова на съемках фильма «Анна Каренина». 27 июля 1966 год. Дмитрий Хворостовский, 1987 год. Алла Пугачева. Времена выступления в эстрадно-джазовом оркестре Олега Лундстрема. На съемках фильма «Сталкер», 1978 год. Съемки фильма «Солярис», 1972 год. Евгений Моргунов, 1970 год. Фидель Кастро в «Завидово», СССР, 1964 год. Неподражаемый Фрунзик, Мкртычян, 1979 год. Владимир Меньшов и Вера Алентова. Вера Глаголева и Виктор Проскурин, 1985 год.
Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин, 1968 год. Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина, 1974 год. Александр Збруев и Елена Шанина. Лия Ахиджакова с мамой, Инной Чуриковой. Вениамин Смехов, Вадим Туманов и Николай Караченцев на съемках фильма «Ловушка для одинокого мужчины», 1989 год. Фаина Раневская и Маргарита Терехова. Конец 1970-х. Евгений Евстигнеев с женой Галиной Волчек и сыном Денисом. Сергей Михалков с сыновьями. Лариса Удовиченко с дочерью Машей, начало 90-х. Кадр со съемок картины «Вокзал для двоих», 1982 года. Ксения Алферова с отцом Александром Абдуловым, 1990 год. Юбилей Олега Попова в Большом Московском государственном цирке, 1990 год. Александр Абдулов в роли Менахема Мендла, а Татьяна Пельцер в образе его матери, 1989 год. Муслим Магомаев, Иннокентий Смоктуновский и Юрий Гуляев. Александр Абдулов и Татьяна Пельцер. Татьяна Догилева, 80-е. Алексей Смирнов на съемках «Айболита», 66, 1965 год. Никита Михалков смотрит футбол, 1965 год. Юрий Яковлев с супругой Кирой Мачульской, 1950-е. Ирина Алферова и Роберт Де Ниро, 1983 год. Александр Абдулов, Роман Балаян и Олег Янковский на съемках фильма «Храни меня, мой талисман», 1983 год. Элина Быстрицкая у себя дома, 1958 год. Владимир Конкин и Виктор Павлов на съемках сцены, которая так и не вошла в фильм, «Место встречи изменить нельзя». Нина Дорошина, 50-е.
Станислав Любшин и Игорь Нефедов на съемках «Пяти вечеров», 1979 год. Андрей Миронов и Нина Корниенко, 1980-е. Александр Ширвиндт, Лариса Голубкина и Андрей Миронов в самолете летят на гастроли в Одессу, 1983 год. Нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин в матче розыгрыша Суперкубка УЕФА с мюнхенской «Баварией» 6 октября 1975 года. Спасибо большое, что просмотрели видео. Подписывайтесь на канал и напишите в комментариях, какое фото вам понравилось больше всего. Спасибо большое. До встречи!